Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 29 октября». Сегодня рано утром бомбили Севастополь. В городе раздавались сильные взрывы, у людей паника. Но местные очевидцы некоторые кадры смогли запечатлеть и выставили в сеть. Данные кадры вы можете увидеть в моем телеграм-канале. Ссылка на него в описании под видео и в закрепленном комментарии. Значит, по информации, которая известна, сообщают о том, что в бухте Севастополя чуть ближе к утру на флоте Российской Федерации работало ПВО. Предварительно пытались сбить дроны. По сообщениям российских СМИ, атаку удалось отбить, но бухту для посещения закрыли для паромов и катеров. Но относительно того, что удалось отбить атаку, тут есть небольшие сомнения, потому что на одном из видео видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма. То есть где-то в районе прибрежной зоны. Вот поэтому, как вариант, возможно, был прилет. Но, само собой разумеется, о нем пока никто ничего не сообщает. Также есть информация о том, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk летал над Черным морем во время взрыва в Севастополе. На данный момент в нейтральных водах его нет, он улетел в сторону Болгарии. И местные телеграм-каналы Севастополя пишут, что на видео попал момент уничтожения подводного беспилотника. Так что чем именно атаковали сегодня Севастополь, пока подробной информации нет. То ли с воздуха, то ли подводными дронами. Вот. Более подробная информация, думаю, появится позже. Я на связи, в Одессе все спокойно, но в связи с событиями в Севастополе, возможно, какая-то ответка. Поэтому в случае воздушной тревоги лучше пройдите в укрытие, находитесь в безопасном месте. Я на связи, всем мирного неба, до встречи в новых видео, пока.